вообще. Ты ж подклевала. Угу. Нас интересует только расштриховочка, угу, вот такая. Только она интересует. У тебя действительно здесь хорошее количество краски, вот оно все. Вот. Угу. Тебя интересует только расштриховка, лишнее вещество, поделишься. Угу. Только расштриховка интересует. Вот такая расштриховка гарантирует хорошее количество краски. Закрашивание. Закрашивание вот такими жуткими длинными. Достаточно короткое, спокойное упаковывание краски. Холст. Не надо размахивать вот этим действием. Только тихое, спокойное, распределительное отношение. Хорошо? Да. Тогда речь идет о вот таком покрытии. То есть такие жесты у нас бывают длинные. Но как закрашивательное, оно нам совершенно не нужно. Значит, белильца и вот этот красный, кадмий красный светлый, у него очень солнечный мотив цвета. У нас вдоль всей верхней части картины, ты видишь, силуэты домов. Вот такое отчикивание несколько геометрического характера, создаст хороший мотив дальника. Краску, ты видишь, я придавливаю как масло на хлеб. Вот такую. Да, без. Все, разбавитель закончился в картине. Вот такое. Чуть-чуть, мастихинчичком. Выцарапаешь какие-то вот эти настроения. Я делаю, несмотря на картинку, просто сами настроения. Выцарапаешь вот эти настроения. И у тебя появится город вдали. Но прежде чем эти настроения, у тебя должно лечь плотно. Можно даже сбрить вот тот слой, чтоб он не мешал. Сбрить и в него уже укладывать. Чтобы не появлялись вот эти голубизны. Да? И тогда здесь все прекрасно сформируется. Вот они твои архитектурки дальнего плана. Насадишь архитектурки. И тогда возьмешь голубой, коричневый. Будет вот такой темно-зеленый цвет. Начнешь штрихом, именно штрихом, не шпатлевкой, а именно штрихом, вот таким штрихом набирать темный каркас картины. Смотри, штрихую в разных направлениях эту зелень, которая над водой, и будет не в разных направлениях, а очень структурно по высоте. Это же отражение, в отражении. Эта же зелень, этот же цвет будет в отражении нарочитой структурой, которую в том числе пальцем приведешь в это состояние. Вот в это. Вода? Да. То, что над водой, да? Сразу. Плюс желтоты потом, и начнет формироваться идея. Идея. Тоже смотри, штрихом. Идея над освещенных над водой. Вот они. Давай так. Угу. Смотри, вот они. Ну, все правильно же сделала. Единственное, что где-то домичек поднялся. Угу. Смотри. Угу. Где-то эти крыши. Смотри, можно чуть красноты добавить, поскольку они с краснотой. И прямо идею освещенных крыш вот так подсунуть. А синий это подрежет. И не обязательно, чтобы прямо было уже совершенно понятно, как оно там. Вот какая-то крыша, допустим. Вот какая-то крыша. Так чуть-чуть понятно. Вот они, чуть-чуть понятно.
Угу. Чуть-чуть понятно. Освещены, чуть-чуть. Угу. Даже вот эти светлячки где-то вот тоже могут чуть-чуть там где-то помигать. Вот. Более крепкую красноту. И там есть у нас домики, которые и тоже раздавлены, ты видишь, да? Угу. Накидаешь их. Накидаешь стены этих домиков. Ты видишь, он обобщает стены домиков в единый такой угу. красноватый забор. Так же, как и крыши, тоже в синеватый забор. То есть обобщительно собрать их между собой. Ну и давай вот это. Угу. Не только там краснота, но и синева, да? Угу. Если зеленый подмешивается, ничего, да? Да, вот так чуть-чуть. Угу. Там же тоже какая-то зелень растет, просто там она мало различима. То есть она там теряет свою зеленую активность, но чуть-чуть, если она там поживет, то будет. Там всего этого не видно. Там живет дерево. Значит, желтота плюс коричневизна будет охрянный цвет. Синька там и так подмешалась. Вот этот охрянный цвет штриховательно нашвырять. Он кричащий теплый. Да. Несмотря на то, что тонально, он не намного сейчас отличается. То есть даже наоборот, он даже скорее как бы чуть темнее, чем задняя теневая. Хотя теневая должна быть темнее. Угу. Вот. Но мы его чуть-чуть потом вот такими поджогами постараемся сделать эту разницу, угу. что это все-таки на свету, а то все-таки в тени. Угу. Вот. Но в принципе вот эту идею охрянной зелени насадить коричневый плюс желтота. Угу. Вот он. И штриховательно пока. Вот смотри, как оно ложится на малое количество краски по соседству, то есть выгодно ложиться. Угу. То же самое, нашвырять. Но здесь и темноты нашвырять, которых явно не хватает. И тоже пока штриховательно. Вот это вот штриховательный набор крупных масс зелени, надо его освоить, ощупать, подружиться с ним, потому что он выгодный. Вертикаль нарочитая, цвета там чуть побольше, нашвыряем и таких, и сяких. Здесь мощный кусок архитектуры, его показать его сиреневатостью камней. Вот этот сиреневый цвет, прямо сверху на зелень клади. Вот такими кубиками, которые дадут идею множества камней. Вот она, кладочка эта. Посмотри. Каменюка. То есть некоторый хаос, непорядок укладки. И порядок только в том, что они все горизонтально упакованы. Потом чуть темнее, чуть светлей. Отделишь одно от другого и тоже поднаполнишь. В воде ты, к сожалению, здесь весь голубой съела. Вернуть. Сюда темнот нашвырять. Красных, коричневых, синеватых. И висячий характер. Здесь правильно с коричневостью.
Вот пусть мигают разные цветики, смотри, прям мигают. Примерно симметрично над водью. Потом мы с тобой возьмем тряпочку и сверху на эти темности начнем наращивать розочкой тряпки, не фигушкой, а розочкой тряпки, начнем наращивать зелень. Вот такими укладочками. Подыщешь красивое место макания, угу. И зонтичный характер нависающих зеленостей. Крон. Зонтичный. То же самое здесь. То же самое и по макушкам там. Здесь у нас сиреневизна. Не знаю, почему здесь до сих пор не пойми что. Сиреневизна архитектуры, которая тоже камушками. Угу. Давай. И дерево закрыло вообще все. Так, а где чувство пропорции, простое отсутствие. Человеческое? Отсутствие. Скажи, это в высоту или в ширину? В высоту. А у тебя? В ширину. А почему? Боялась дерево испортить. Можно все счислять. Значит, жертвуем это отражению. Ну и вообще такие вещи наблюдаем, когда очевидно в высоту, делать очевидно в ширину, ну надо иметь для этого веское основание. Ладно? Угу. Мне нравится готовность. Сказать, что нет, неправильно видеть, нет, да, великих художников. Так. Смотри, даже простое разрезание дает симпатичный эффект, правда? Обязательно показать разницу, что здесь тень, а здесь свет. То есть здесь должно быть внятно тенево. Причем у тебя было много мазочков недоразмешанных. То есть доразмешивать, чтобы мазочки были не полосатые. Вот сейчас я от полосы ушел. Разбомбил, раздавил. Не полосатый характер мазочков. Thank you.
виде камушков, да? Разного размера. Разбил оранжевого, желтый-розовый. Каплак? Да. Или как? Можно и то, и другое. Ну, в смысле, или одно, или другое. Угу. Там же есть и уходящая вот эта есть грядка. Да. Хорошие здесь камни. Смотри, я не рисую сейчас ничего конкретного, я просто раздаю идею уходящей ступенек уходящей архитектуры. То есть я даже ее не порисовал. Однако звучание получилось. Звучание пятна произошло. То есть это теневое пятно, вот световое. И вместе они создают идею вот этой архитектуры, уходящей вдаль. Затем я вижу тенистые проявления крыш. Подкладываю. Даль любит синьку. Просто любит синьку, поэтому там чуть преувеличена синь. Смотри, даже без прорисовки становится красиво. Просто в силу того, что это геометрично. Геометрично. Угу. Даже одно это дает настроение домов. Это не свет. Это рефлексы от отражателей вот таких, угу, которые там за углом, на вот эти теневые части. Это не свет. Угу. Он не спорит, вот это не равно, оно темнее. Среди этой архитектурности, геометричности живут деревца. То темнее, то светлее они. Можно это было тряпкой сделать, можно это сделать вот так мастихином. Макательно, моделировательно. То есть тем, что они не геометричны совсем, они усиливают звучание геометричности архитектуры. Плюс светочки чуть встречаются на их макушках. Ты согласна, что и без прорисовки архитектуры там уже красиво? Согласна. Молодец. Thank you.
Сейчас, да. Нет, только нет. Смотри, чуть-чуть дорожечка. Это у нас дорожечка от чего падает, такая красавица? Это архитектурная? Это от архитектуры сюда, к берегу, еще есть дорожка. И от нее внятные вертикали отражения. Голубоватая даль чуть-чуть звучит на воде. Чтобы эти штуки прозвучали, можно еще накидать светиков и прочего. Можно, смотри, сначала раздавить. Не наговаривать на 20 лет. Скорость уже началась. Смотри, кардиограммка неравномерная. А вот светик, такая сбитая. Вот это не могу просто. Сначала надо раздавить, а потом. Да. Угу. Ты понимаешь, нет ничего прорисовано, а так хорошо. Понимаешь? Вот это причуды живописи, когда мы играем светом, а не рисунком. Потому что рисунком можно все подробно вырисовать, и будет абсолютно неинтересно. И тоже на краях появится вот это звучание. Плюс, кроме этого, картинки там-сям бликуют палочки, соломинки, камашки какие-то оставили следочки. Я припачкал мастихин и раздаю некие горизонтальные следочки. На зеркале вертикали они начинают звучать. Листики какие-то, травиночки, зелененькие. Ты понимаешь? Да. На вот этом глянце отражения. Да, хорошо. Игорь, а еще вот последний вопрос такой вот. Вот что с этим мне делать? Потому что видите, здесь какое безобразие. Безобразие. Ну что? Что с ним? Просто стереть все? Ну пока позанимайся. Нет, под пятно оно сидит. Поэтому занимайся здесь. Смотри, по ребрышку каменной грядки кладу светик. Как бы показываю ту часть дома. И сразу, да, появилась внятность пятна. Ну, конечно, здесь желательно было бы нарастить фиолетовой темноты, а не зелени.
смотри, обязательно вот такое направление. Пыталась. Чтобы было по... Нет, вообще не пыталась. Наоборот, сделала принципиально по-другому. То есть я сделал так, ты пришла, сделала по-другому. Идея лежачей по вот этой траектории плоскости. И никак иначе. Площадка верхнего. Увлеклась ты этими оранжевостями. Да, перебарщила. Так. Ага. А я тут надо этим увеличим куст, чтобы не рисовать подробности. Угу. Коричневый и желтый разбили, да? Да. Так ни одного такого звука не... А, вот здесь поставила, да? Позвучала, да, очень бережно. Лобка. Роб. Потому что знала, что здесь все равно будем защищать. Хотим избавиться от излишеств. От излишеств. Алло? Да.
Смотри, практически внятная конфигурация. Теневое озеро, световое озеро. У тебя как бы перемешку в шахматном порядке. Ну, нету, что теневые, что световые. Розочка – это не фигушка. И посмотри, идея зонтичных укладок. Это вам не выразилась идея совсем. Вот таких, вот таких. То есть теневые, световые. Угу. Не каша, каша. А разделенность. Так. Какие-то есть? Нет, нет. Я никак не пользовалась еще. Вот у меня вот эти горы. Угу. Надо тонечку. Да. Появлением стволов, ты видишь, да, появляется более внятное содержание. Угу. Плюс кое-где может быть даже свет на стволе. Угу. И снова вернемся к нашей. Теперь они перекрыли собственные стволы, и это сформировало пространство еще больше. Вдали нам не нужно такой степени выписанности, она у нас будет еле-еле. Что-то такое, да? Угу. Ну, что-нибудь еще? Да я уже, наверное, и хорошо. Я уже, наверное, скажу огромное.